Всем привет, дорогие друзья, я снова с вами Станислав на канале Шустрый Бум. Сегодня мы готовим шампиньоны. Вкусно, нежно и очень интересно. Будем готовить шампиньоны, что-то вроде похоже на шашлык на шампурах. Очень реально крутой рецепт, так что, ребят, кидайте рецепт, конечно же, в копилку и готовьте вместе со мной. Поехали. В первую очередь подготовим маринад. Нам понадобится примерно пол столовой ложки орегано, пол столовой ложки сладкой паприки, свежемолотый черный перец, хорошую щепотку. Нам также понадобится цедра лимона. Хорошая щепотка соли. 1 столовая ложка винного уксуса. И 2 столовые ложки подсолнечного масла. И 4 зубчика чеснока. И хорошенечко это все перемешиваем. И грибочки разрезаем ровно пополам. И отправляем грибы в миску. Соус раскинул по стенкам, для того, чтобы легче и быстрее вся приправа и маринад попал на грибы. И насаживаем на шпажки. Прям через всю шляпку. Обязательно нужно оставить на 15 минут, чтобы наши грибочки промариновались. И потом только отправляем в духовку или на мангал. Я буду выпекать в духовке при температуре 200 градусов примерно 15-20 минут. Вид, конечно, очень шикарный, очень аппетитный. Просто даже самостоятельно, без всякого там риса, макарон, пюрешек, на ужин то, что нужно. Очень аппетитные грибочки. Давайте попробуем. Реально по вкусу очень необычно и очень вкусно. Бомба. Пробуйте и готовьте вместе со мной. Такой маринад реально очень обалденный. Стоит попробовать. И кидайте, конечно же, этот рецепт в копилку. Я с вами прощаюсь до следующего видео. Всем пока. Не забываем подписываться на мой второй канал. Канал называется Шустрый Микс. Ссылочка в описании. Также подписывайтесь на страничку Instagram. Ну и, конечно же, делитесь этими рецептами с друзьями. Всем пока.